Разлазарост! Михаил! Что с твоим лицом это? Ты наконец выспался? Ну да. Побрился даже. А вы красавчик. Да. Вы тоже ништяк выглядите. Слушай, мы когда вот шли, Настюда упала. Что упала? Что? Я так лучше выгляжу? Ты да, очко. Михаил, вот немножко хотели сказать о рекламе на нашем канале. Так, расскажи о ней подробнее. Тут просто. Был у нас, приходил представитель ЛДПР, но мы перепутали фамилию. И такое бывает мы часто. Мы приносим изменения. А что делать? Борис Стакова? Да. И поэтому мы решили. Решили сделать акцию. Да. Запись за 500 рублей. С ошибками. Так. Не без ошибок, за 1000 рублей. И между Я прочим, считаю, что это бонус. И между прочим, за 500 рублей будут брать чаще. Ну что? Всем пока. Давай. Все. Рекламируйтесь у нас на канале. Давай.